Он где вообще? Нифига, убахнул, ребята, да-да-да! Это было круто. Красавчик. Йоу, шикарно. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня будем играть, собственно, в Hitman 2, ребята, вышла новая официальная миссия от разработчиков, называется «Крайняя мера», отправимся мы в очень жаркую, ребята, страну, ну и, соответственно, нам нужно будет убить троих персонажей, Людмила, Стивен и Тайсон, вот так вот, ребята, так, соответственно, я, наверное, оденусь, как обычно, наверное, тропический костюмчик мне, в принципе, уже устраивает, шортики, футболочка. Ну, ребята, наверное, будем отправляться. Давайте посмотрим ролик в самом начале. У нас получается есть официальный ролик, есть ролик перед нашей миссией. В общем, очень злобные, конечно же, ребята. Конечно же, русские, да, Людмила там Ветрова. Добро пожаловать на Мальдивы, ребята, 47-й. Вот так нас приглашают, ребята, на Мальдивы. Друзья, не забудьте поставить лайк, если нравится Hitman, в поддержку нашего, так скажем, прохождения. Прекраснейший парк, очень красиво. Персонал острова Гавань ждет вашего прибытия под видом Тобиаса Риппера, профессионального вора, решившего удалиться от дел. Людмила Ветрова работает на общедоступных участках острова. В основном обслуживает клиентов. Здесь есть спортзалы. Стивен Брэд тренируется на большом частном острове. Окей. И Тайсон гуляет по своему огромному поместью в дальней части острова. Итак, 47-й. Если ты устранишь трех владельцев гавани, мисс Кол как раз успеет взломать систему и добыть данные о партнерах Провиденса. Ну, удачи, 47-й. Блин, прикольно, прикольно, ребят, очень-очень красивая, кстати, миссия вообще прям, о, я уже в предвкушении, я уже немножко побегал, посмотрел, вроде бы вообще, о, ребят, топ, вообще класс. Так, ну что, у нас здесь охрана тут же стоит, да? Сегодня, может, у нас будет такой обзорчик этой данной миссии, я попробую как-нибудь по-быстрому, ну, собственно, устранить этих ребятюнь и посмотреть вообще-то на этот остров. Смотрите, можно спускаться. Здесь можно вот так вот пробежаться, красиво все. А, кстати, заходить вот в эти вот дома нельзя, да? А, можно... А, можно даже... Подожди-ка. Так, идем сюда. Тут у нас какое-то открывает сюжетное задание. Отлично. Что там такое? Ого-го, дамочка там стоит. Давайте сейчас тогда сделаем глубокий вдох. Тайсон вызвал врача на остров. Видимо, ему не здоровится. Ты уже точно умеешь избавлять людей от боли. 47-й, не желаешь ли ему помочь? Ну, конечно же, желаю. Конечно, конечно, конечно. Там у нас где-то доктор должен быть, да? Или нужно переодеться? Так, туда можно как-нибудь пройти? Так, замаскируйтесь под врача. Врач. Оба, здесь какой-то люк есть, прикол. Нам нужно как-нибудь проникнуть здесь тайно. Так, а если я вот так пройдусь? Слушайте, тут... Может... Оба, ничего себе! Так, ключи взял. Смотрите, у меня ключи. Это отсюда, наверное? От этих дверей, потому что сюда пройти просто так не получается. Так, это что тут у нас еще есть? Стереоскоп. О, стереоскоп пригодится. Ножницы можно взять. Нормально. Он выходит на улицу. Мы идем. Блин, ничего себе! Здесь можно люк, что ли, открыть? Очень здесь все красивенько. Прям вообще класс. Так, у нас здесь есть потайная комната, где мы, в принципе, можем уже хоть как-то развернуться. Можно отвлечь медсестру, скинуть ее вниз. Открыть люк. Затопить ванну. Так мы можем привлечь чье-нибудь внимание. Отвлечь хотя бы немного. Хотя бы немножечко кого-нибудь сюда вызвать. Это вообще реально, нет? Так, а тут что можно взять? Ну все, конечно же, очень красиво. О, монетки. Блин, класс вообще, ребят. Три монетки, обалдеть. Так, можно ключ... О, клюшка для гольфа даже есть. Вообще супер. Оба, медсестра, по-моему, увидела. Или... А, доктор заметил, понял. Может, он провалится туда, нет? В люк и разобьется? И что происходит? Слушайте, он люк закроет? Или нет? Yeah.
Чувак! Я не хотел бы сестру убивать, блин. Так, погоди, погоди, погоди. Замаскируемся под врача. Медсестру. Блин, случайно, конечно, я ее грохнул. Ну, черт возьми, ладно. Первое у нас прохождение данной миссии. Охота, интересно посмотреть все. Так, чувачка можно, наверное, давать. А можно его как-нибудь... Вот так. Вот, например, вот так. Все, он утонул, наверное, да? Ну вот, ребят, я уже, в принципе, врач. Это здорово, идем дальше. Идите за сопровождающим комнату Уильямса. Очень, ребят, красиво, вы только посмотрите, какая прекрасная вообще Мальдивы, ребят. Класс, класс, миссия очень красивая, очень. Кстати, сигарета у меня за ухом, вы обратите внимание, ребят, у Хитмана. Здесь даже такие мелочи, вот все прорисовано. 200 метров нам до цели нужно, мы идем через какой-то замечательный, очень красивый летний ресторанчик. Да, меня тут пропустят, все нормально. О, блин, я даже не знаю, в какую сторону пойти, везде, ребят, круто. Ну, давайте сюда, здесь у нас пляж какой-то небольшой. Вон там лежачок, можно полежать, наверное, да? Ну-ка, если я так лягу немного. А, хорошо, прям вообще топчик. Прям вообще, ребята, топчик, просто офигеть. Можно, кстати, спуститься. Немножко поплавать. Слушайте, игрушки водные, я даже не помню. Оу, случайно, блин, крокодила я испортил. Оу, Хитман, короче, портит все надувные игрушки. Ну он такой, ребята, он злой. Крокодильчиков. Добавили, ребята, обновляшечка новая, это вообще класс. Барчик такой замечательный. Здесь народ отдыхает. Красота. Карта у нас вот такая. Вот, кстати, карту я еще не показал. Тут у нас вилла есть, частный остров. Прачечный, пост охраны. Мы проходим через него. Пляж и пирс. Можно по пляжику пройтись? Идите за сопровождающим в комнату Уильямса. Сопровождающий. Я должен просто пройти через главные ворота? Это реально? О, да. Так, короче, здесь нужно выгрузить пистолет куда-нибудь убрать. Ладно, я только скинул один пистолет и все. Бежим. Давайте, проходим досмотр. Я надеюсь, ножницы не заберут. Ну, нам, в принципе, пофиг, даже если заберут ножницы. Зона обыска пройдена. Шикарно. Проходим внутрь. Красивейший и замечательный, посмотрите какой, а. Коттеджик. Так, что-то у нас много ловушечек. Открывается сюжетное задание. Давайте просто посмотрим, что здесь такое. В раю завелся вор. Тут украл у Тайсона USB-диск, который теперь ищет вся охрана. Может, тебе стоит изучить эти записи с камером? А, нет? Давайте мы сначала это доделаем. Заходим сюда. Дальше. Дворецкий. Я врач. Ну да, я по вам вижу. Следуйте за мной в комнату мистера Уильямса. Ничего не трогайте. У нас сегодня дома уборка. Угу. Я вижу. Все прям реально прибираются, прям вот чистят все. Дворецкий такой. Грамотный. Так, куда он нас ведет? Угу. Подождите здесь, доктора. Мистер Уильям скоро подойдет. Превосходно. Надеюсь, ты сможешь оказать ему помощь, 47-й. Конечно. Так, нож для писем здесь лежит. Можно просто сесть, посидеть и подождать его. А это что у нас такое? Так, это что? Ключ от шкафа, аптечки. Так, повлючен ключик от шкафа, аптечки. Нифига, он чем-то заражен, что ли? Посмотрите, он весь в черными пятнами покрыт. Попросили заменить, ага. Так.
У меня сильный озноб, я весь горю. Не могу выйти на улицу и дома не сидеться. Это началось дней 10 назад. От таблеток башка болит, короче. Мне нужно что-нибудь покрепче, доктор. Я хочу послушать ваши легкие. Пойдемте. Он нас куда-то отведет или как? Как его мочить-то, я не понимаю. Так, он разделся. Что я должен делать? Как его задушить, а? Слушайте. Выполните медицинский осмотр. So, fever, у вас есть температура? Она держится больше недели. Но головные боли хуже всего. Мучительная мигрень, док. Светотерапия почти не действует. Давайте я посмотрю, прежде чем перейдем к радикальным мерам. Так, попросить покашлять. Ребят, я думаю, что нам нужно что-то делать, чтобы нам найти яд. Где-то нужно найти что-нибудь ядовитое, потому что его нужно как-то отравить, наверное, я не знаю. Ну, один из вариантов. На подобных картах должны быть ядовитые цветы, по-любому. Вот это что такое, например? Так. Вот. Слушайте, ядовитый цветок. Так. Я не знаю, это подойдет или нет, но давайте попробуем вернуться назад. Дворецкий нас должен где-то здесь ждать. Ага. А он тут... Ой, блин, тут палево, конечно же. Ну-ка. Так, я подсыпал это все дело. Он сразу умрет или нет? Сейчас посмотрим. Так, ну-ка давай. Накати-ка таблеточки. Доктор Хитман тебе советует. Так, какой-то еще ключ взял. Нормально. Оп. Хорош. Так, если ему сейчас будет хреново, он куда пойдет? Че, может сваливать уже? Так, у него, по-моему, тут же тошнота, он прямо раздетый попер. Так, идем. Хорош. Фига, тут, короче, женщина такая стоит. Блин, да черт возьми. Слишком много народу, кто, как бы это, мешает нам его грохнуть. Ну как его грохнуть-то, елки-палки? Серьезно, я охранник пришел. Ну что происходит? Тайсон Уильямс eliminated. Вот и все, как бы, если по-простому. Можно сделать вот, например, вот так вот. То можно сделать, например, вот так вот, потому что Дворецкий меня реально достал. Потому что, блин, ну это капец. Он постоянно палит. Его вот просто вот никак вот его не вытащить, зараза. Ну он так прям мешает. Ладно, Дворецкого можно сюда подтянуть. Ну вот сюда же. И идем дальше, посмотрим, что там у нас ключи. Правда, здесь кровь небольшая. Следующий у нас либо Людмила, либо Стивен. Охранник пошел, интересно, что-нибудь заподозрить, нет? По-моему, нет, он просто вышел и пошел, ладно? Прекрасно. Следующая цель, я вон там вижу паренька, Стивен. Попробуем пройти вброд. Посмотрите, здесь какое офигенное самолетище, ребят. Ну это вообще красиво, да, согласитесь? Очень круто. Запретная зона, а чё... А, это же частная территория, видимо, да? Вау, чувак, вдалеке, ребят, видите, да? Катается, обалдеть. Выйдем обратно, подберем наш пистолет, обойдем, наверное, с другой стороны, потому что там запрещенная территория, и здесь... Вау, здесь спортзал, что ли, серьезно? Нифига себе здесь качки. Смотри-ка, здесь народ просто вообще, ребят, качается по полной. Тренер тут курит. Мишки. Это сюжетное задание нашел. Блин, чувак, смотрите, садится на этот, да. На скутер сейчас поедет. Вообще красавчик. Так, посмотрим, что тут у нас водяной. Скакун. Стивен Брэдли любит кататься на гидроциклах, но сейчас не может, так как инструктор про дайвингу конфисковал у него ключи. Жаль, ведь это очень небезопасные штуки. Я намек понял. Давайте посмотрим на этого типа, который нас гоняет. Смотри-ка,
Вообще, ребят, супер, да? Какой-то дерганный такой. Он драйве весь. Установите дистанционную взрывчатку. Забери ключи от гидроцикла у этого типа. Прямо издалека попробуем. Ах, красиво. Никто не спалил, но должны остаться ключи. Ключи не сгорели. Оп. Четенько. Бегом, 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 бегом. Форест, давай. А вон он наверху. Нужно ему отдать ключи. Но прежде нужно найти и будет взрывчатку. Чтобы заминировать гидроцикл, чтобы устроить прямо трэш. Заберем вот здесь вот ключик от бункера. Вот, ключик от бункера нам надо бы взять. Спускаемся вниз. Я, конечно, не знаю, что у нас здесь находится, но у меня есть предположение, что ну, мы можем хотя бы изучить эту территорию, эту карту. Посмотреть, что у нас здесь. Техник. Это техник. Мы же переоденемся. Удавочкой. Куча народу, короче, сюда ходит посмотреть, что происходит. Чисто классика. Нас уже здесь много, все ступеньки в трупаках. Ну, я думаю, что, наверное, как бы все. Посмотрим, может, у них тут есть бомба дистанционного управления. Здесь просто огромнейший аквариум, посмотрите какой. Ну, это как бы не аквариум, это просто стеклянная стена. Классно. Очень красиво, кстати, смотрится. Кстати, я тут нашел, чтобы уничтожить все записи видеонаблюдения. Здесь какая-то голограмма показывается. Я не знаю, что это за чудовище такое. Огромная медуза, наверное, да? Ребят, напишите в комментариях, что это такое, как вы думаете. Оба, по-моему, нашел оружие, но неужели? Замаскироваться телохранителем. Ну, а тут что за шкафчик у нас? Пузырек с таблетками, смертельный яд. Кстати, если бы я знал бы об этом, да, я бы тогда бы подкинул бы этому товарищу. Так, запись камеры наблюдения, что это? Можно все камеры посмотреть, что где происходит. Ну, давай переоденемся тогда. Телохранителем. Мне нужна взрывчатка. Я хочу взять взрывчаточку. Найти. Взрывчатки пока нет. Вот оно, ребята, как. Я мог здесь взять смертельный яд и пробраться наверх и отравить его. Ну вот. Теперь вы знаете, как это делается. Как его можно будет убрать. Вот она, потайная дверь. Обратно нужно потянуть за это книгу, чтобы залезть обратно. Вот я нашел пост охраны, может там у нас есть взрывчатка. Я спокойно прохожу сюда, меня даже никто не останавливает. Так, взял ключи. Воу, да, дистанционная взрывчатка, ребят. Класс. Есть, неужели я ее нашел, это обалдеть. Это просто обалдеть. Обалдеть. Встречаем Брэдли, даем ему, значит, ключи от квартиры. Я же, говорит, обыскался, ты меня просто спас. Так, он сразу попер куда-то обратно. Я не знаю, дальше-то как? Может, как-то это хитро обойти? Видимо, нужно вокруг, потому что там вот прямо эта охрана не пускает. Вон он наш Брэдли гоняет, блин, мерзавец. Слушайте, нужно как-то заминировать. Я не успел просто добежать, ребят. Я не успел. Минируем. Так, неужели он идет опять кататься? Я уже его жду, наверное, полчаса, этого мерзавца. Короче, ребята, момент истины. Давайте посмотрим. Так, садится.
Но меня не сагрится, если я близко подойду. Воу, чувак! Нифига ты, короче, гоняешь классно, да? Смотри. Красавчик вообще. Топ. Он где вообще? Нифига, убахнул, ребята, да-да-да. Это было круто. Ну-ка, давай, поехали. Красавчик. Йоу, шикарно. Стивен Брэдли taken care of. Well done. Just one more target to go. Красавчик. Нифига, он почти до самолета долетел. А можно его утопить, чтобы его даже тело не нашли? Вот так вот. Чтобы вот просто вообще тела нет. Ну, как бы оно есть, но как бы, мне кажется, его никто не заметит и не увидит. Это было мощно. А, утонул. Резко так. Погода прям резко испортилась. Посмотрите, здесь прям перемена погоды есть. Вон там дождь прям, какой-то ураган начинается. Прям ветрище. Прям ветер. Смотрите, ребят. Что-то не помню, чтобы такого прям было вот в Хитмане. Это прям вообще круто. И последняя наша цель, это вот эта вот дамочка. Людмила. Короче, пришла она сюда, эта дамочка. Смотрите, смотрит она на какое-то блюдо. Не знаю, что ей нужно. Видимо, для нее, наверное, блюдо, да? Да. А я могу его отравить быстренько? А, черт, меня, конечно же, спалили. Ну, естественно, да-да-да. Мне, наверное, надо выйти. А она блюдо-то попробует, нет хоть? Я спрятался в ящике. Походу, она блюдо все равно будет пробовать. У меня такое сложилось ощущение. Да. Бам, короче, умерла. Прикол, конечно. Я офигел. Просто убегаем, ребят, просто убегаем. Я, конечно, в наглую здесь сработал. Можно, конечно же, было все сделать, ну, собственно, намного красивее. Но, собственно, получилось вот как-то так, ребят. Как-то так. Садимся и сваливаем. Есть, мы прошли. Я здесь, я не знаю, провел, наверное, 2,5 часа. Ну, а на этом будем нашу, ребят, серию заканчивать. Если нравится Хитман, друзья, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, предлагайте интересные челленджи, идеи или контракты прямо сейчас в описании, внизу в комментариях. С вами был Родригес, желаю всего самого хорошего, успехов, удачи и всем пока-пока!